В основе действия многих ионных приборов лежат процессы, происходящие при самостоятельном тлеющем разряде в разреженных газах. Все большее распространение получают специальные цифровые неоновые лампы. В такой лампе 10 катодов, выполненных в виде цифр. Каждый такой катод имеет самостоятельный вывод. В зависимости от того, какой катод включен, светится та или иная цифра. Применение цифровых индикаторов значительно облегчает считывание показаний счетных устройств.